В торговых центрах должно быть больше продукции местных производителей, и власти республики готовы оказывать поддержку бизнесу. Об этом говорили на совещании, которое провел первый вице-премьер Ахсарбек Сабаткоев. По его словам, республика заинтересована в продвижении товаров, которые производят в Северной Осетии. Поэтому важно, чтобы между представителями торговых сетевых компаний и производителями сложились партнерские отношения. По словам представителей Министерства экономического развития, по итогам проверки продукция местных производителей в более широком ассортименте представлена в региональных магазинах. А вот в торговых сетях федерального уровня товаров из Северной Осетии мало. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев отметил, что в одном из крупнейших торговых центров Владикавказа, представляющего мировой бренд, раньше стоял прилавок, сделанный в Алании, и предложил вернуть эту практику, поставить такие же стенды во всех остальных торговых сетях. Собравшиеся подчеркнули, что у сетевых компаний есть определенные требования к выставляемым товарам, причем речь идет не только о качестве продукции, но и о соответствующей упаковке. Ахсарбек Сабаткоев отметил, что местная продукция должна быть конкурентоспособной, качественной и внешне не уступать более известным аналогам.